нашего представления. А сейчас вы услышите приветствие фестивалю. Фестивалю, который называется «Под куполом мечты». Приветствие от руководства Российской государственной цирковой компании. Приветствие руководства Росгосцирка, участникам и организаторам второго фестиваля конкурса любительских цирковых коллективов «Под куполом мечты» в Волжском государственном цирке. Примите наши искренние поздравления по случаю открытия молодежного и детско-юношеского фестиваля циркового искусства «Волжск». Знаменательно то, что вы посвятили этот фестиваль предстоящему юбилею великого клоуна и легендарного киноартиста. Цирк – это праздник молодости. И, конечно, он входит в жизнь человека с самого детства. Не секрет, что русская цирковая школа отличается высочайшим профессиональным мастерством. Желаем вам здоровья и творческих успехов. Желаем радостных впечатлений и положительных эмоций. Счастья и благополучия вам. Добрый час, дорогие ребята. Генеральный директор Росгосцирка, народный артист России Александр Калмыков. А сейчас позвольте представить многоуважаемое жюри. Председатель жюри, академик Международной академии духовного единства народов мира, помощник члена Совета Российской Федерации, директор, художественный руководитель государственной цирковой программы «Золотое турне братьев Шакировых». Заслуженный артист России Шакиров Аркадий Игоревич. Заместитель директора Департамента культуры города Омска Лобова Мария Павловна. Для меня особая честь и мне особенно приятно представить следующего члена жюри, духовного, душевного вдохновителя нашего фестиваля, человека, который денно и нощно вкладывал свою душу в организацию этого фестиваля, конечно же, не только душу, но и средства, это директор Омского государственного цирка Агафонова Филипповна. Заслуженный артист России Нестратенко Василий Иванович. Художественный руководитель, балетмейстер Сибирского хореографического ансамбля «Русь» Департамента культуры администрации города Омска Глуховичев Виктор Михайлович.